Дорогие друзья, март богат практиками. Движение, как вы уже знаете, ускоряется. Поэтому я вам предлагаю еще одну невероятную практику. Матрешка. Тема «Наше совместное вознесение». Вознесенные мастера и Йешуа практики. Здравствуйте, родные мои любимые души. Сегодня мы продолжим наш разговор об атмическом теле и его взаимодействии с другими телами. К сожалению, у некоторых людей связь с атмическим телом почти разорвана. Это касается тех, кто полностью погрузился в трехмерный мир и чьи верхние чакры находятся в спящем состоянии. Верхние чакры 5, 6, 7. Горловая, межбровная, макушечная. Можно сказать, что у этих людей перекрыта связь с божественными аспектами их души. И таких людей на Земле большинство. Поэтому то, о чем я буду сейчас говорить, относится к тем, у кого открыта и активирована 6-я чакра, и кто способен ориентироваться в тонких мирах, поскольку человеку неподготовленному лучше не проводить экспериментов по выходу из своего физического тела. И я прошу вас, родные мои, отнестись к моему предупреждению очень серьезно. Сегодня я хочу дать вам небольшую практику, которая позволит вам лучше чувствовать свои тонкие тела и соединиться с ними своим сознанием. И начнем мы с самого простого, с медитации, которую назовем матрешка. Войдите в медитативное состояние, глубоко подышите. Призовите Архангела Михаила и всех своих небесных помощников. И затем представьте себя в виде матрешки. Самое маленькое – это ваше физическое тело. А затем, по мере возрастания, все остальные. Эфирное, эмоциональное, ментальное, каузальное, будхическое и атмическое. Вы увидите, что их объем увеличивается в геометрической прогрессии. И затем попытайтесь своим сознанием расширить свои тела. А потом наоборот. Сводить их почти воедино. Но это касается только 5 ваших тонких тел. Начиная с эмоционального и заканчивая атмическим. Ваше физическое и эфирное тела остаются неподвижными. Но они соединены с остальными телами, невидимыми тонким энергетическим шнуром, который имеет свойство растягиваться до бесконечности. Если бы вы знали, дорогие мои, насколько это совершенная конструкция человеческое тело, особенно высоковибрационное, уже вышедшее на божественный уровень своего существования, и какими безграничными возможностями оно обладает. Итак, поиграйте своими телами, словно на гармошке, растягивая их как можно шире, а затем соединяя вместе. Полюбуйтесь на их прекрасные цвета. Ощутите их плотность. У каждого тела она своя. Чем дальше отстоит оно от физического тела, тем более оно разреженное. Вам нужно научиться чувствовать свои тонкие тела. Так же хорошо, как чувствуете вы части своего физического тела. Руки, ноги, голову. Проделывайте такое упражнение по нескольку раз в день, чтобы оно стало для вас привычным. И после этого мы перейдем с вами к следующему этапу работы с тонкими телами. Любящий вас. Всем сердцем Йешуа говорил с вами. Практика матрешка.